Сегодня у нас 12 сентября 2018 года. Это поселок Потеряевка. Это мы находимся у Надежды Васильевны Лапкиной. Вот ее домик. Сейчас покажу. Вон там вот крыша, которая виднеется. Вот брат Виталий. Че, вы решили тут подсушить ее, да? Ну да, сказали. Большие головы. Мы смиренно исполняем. Понятно. Я имею в виду не Игнат Тихонович, а товарищ агроном. Это кто, матушка? Матушка и Надежда Васильевна. А что там не оставлять? Земля сырая? Не знаю, они сказали, вот на травку там. Надежда Васильевна сказала. Ну вот картошку сейчас мы на Саманном выкопали у нас. Матушка помогала, Надежда Васильевна приходила тоже на время. Сейчас здесь пришли помогать и матушке, и Надежде Васильевне картошку выкапывать. Это вот матушкин участок. Еще он сколько ей выкапывать надо. Здесь вот приходил Вениамин Янчук и скосил им. Сейчас вот Игнатьевич выкапывает. Ну все, я там рейками закрыл до конца. А? Крышу закрыл рейками, прибил там до конца. Ну, хорошо. Ну, наверное, без тебя тут обойдемся. Ты иди, пеки лепешки, есть-то нечего. А мы на нас тут и так. Надежда, не считай, нас трое. Так у вас работы-то много здесь. Да, много. Ну, как хочешь. Давай тогда помогай. Конечно. Я вижу вот эти вот кусты. Они сильно меня затеняют, надо вырубить. Я там до тех пор вырубил. Но я один, но надо вдвоем, чтобы я отрубил и сразу их обтесывать и забирать. Так у нас бензопила есть, можно. А? Бензопила же есть. Ну, бензопила тем более, это намного быстрее. Вот она. Я, в принципе... Главное поле, это матушкино, вот это вот. Вот посмотри у нее как. И рядом Надежда Васильевна, уже разница. Правда, тут тоже картошка хорошая. Они пилят сначала, а потом собирать. И бывает отпилить ниже земли, вообще не видать ничего. Вот она где. И не знаешь, потому что краснокоренка, это карлык или как называют, она, когда отрежешь, она похожа на картошку. Я сейчас копал, три раза выкопал, ничего там нету. То есть лунка не там. Надежда Васильевна впереди меня идет и каждую лунку показывает. Я говорю, зачем же вы это делаете? Прям в самой борозде. Ну, в принципе, я это, Игнатьевич, я могу завести тесто и прийти сюда. Ну, заведи. Ну. А тесто заведешь, тогда и лепешки там будут. Ну, все, я пойду тогда. Ну, вот покажи отсюда, как видать балерину, все объясняй. Через ветки видать первую, а через это вот Павлов дом бывший. Пуля, да, Игорь Барбаш. Вот это мы думаем спилить. Там кусты я перерубил, а теперь эти надо только на проволоку не налететь. Ну, вдвоем будем, так видно будет. Повалители, щельники будут. Вот так. Я каждую минуту оборачиваюсь, смотрю, Виталий сейчас опять стоит истуканом. Я его толкну, он дальше работает. Опять встанет, стоит, что-то жует. Почему? Как ты еще заработаешь-то? Ни для жены, ни для ребенка ничего не будет. Такое небо-то красивое. Небо голубое. Там тучи идут, а тут ясное. Мы не сторонники, разбой. Ну, слава Христу. Аллилуйя.
Виталий высыпает картошку, набирает и высыпает. Семенная, Игнатий. Это нога, вот сколько. Семенная, хорошая. Хорошо. А Володя с Надеждой Васильевной мешки звон. Сам один. Матушка как трактор. Ей не уступает только Володе. А мы все уступаем. Ее грядки. Морковки, картошка. Самое хорошее. У Надежды Васильевны маленько похуже. А у нас и сравнивать не приходится. У нее вот такие большие, в кулак большой. 8, 10, 12 картофелин. Я никак не мог, чтобы не насадить на вилы их. Вчера у нас, сегодня до обеда почти что закончили. Да нет, до обеда, не до обеда, раньше, там, на Саманном. А это мы сейчас у Надежды Васильевны. Вот ее хата. Даже по 24 я вырывала пизунки. 24 штуки. И чего 24 штуки? Вкусные. Картошки? Да. А потому что по 3 штучки садила и выкопала 24. Понятно, что у них хорошо. А дальше вон видно наша балерина. Аббревиатура башня, летняя резиденция Игнатия Начальника. Вот. Отсюда видно с огорода. Вот. Это комплекс, означает лагерь. Музей. Лагерь. Отдельно качели, деревня тут баня, колодец, продукты. Ни в одном месте. Лагерь обширная, площадь была. Своя картошка, морковь, морковь, или не знаю, как правильно. А я сейчас вот здесь росли деревья, и они сильную тень давали. Тут взял топор, я тут, не знаю, часа два молотил длинной ручкой, очень удобно. И все повалил. Это сорное дерево, клен. Там он оставил один стебель, их три было. Вот так. Вот эту доску я нашел, Володя, посмотри, слева. Вот эту вот я нашел там, внутри. Ее забери потом. Ползает. Как достается это все вручную. Техники никакой. Ну, только пахали весной. Вот это ты носишь далеко. Мешок-то возьми туда, я сколько раз говорил. Это? Ну кто? Тут любит ходить человек. Тут медом не корми, ходит. А представь себе. Ну, я тебе объяснил, там начинай. Зачем ты здесь его начал? Не перепутать мешки здесь. Ну, ты не можешь себя пересилить, чтобы не ходить, а работать. За всякой пустяковиной рукавичку не надел, хоть километра два пойдет домой. Я про что тебе говорю, что время не ценишь, это ужасно. Люда, около морковки выбирать эту картошку. Все, все собирай. Все собирай. Бери там рядом, чтобы не ходить. То потом подъехал и взял на горб, вынес. У мешки сколько? Это все матушкина. У нее сколько? 3 или 4 огорода. Они с Надеждой Васильевной поделили. И вот эта грядка огромная. Вот эта вот морковь. И вторая такая же. Большая. Надежда Васильевна на той стороне. Я даже... Твоя морковка-то где у тебя растет морковь? А там? Где там? На там? За забором моем. А, не здесь. Ну, а понятно. Они поделили два огорода вместе, чтобы быть. А там вон деревья, видать, это вторая улица была, новостройка называлась. План уже составлен, все было на 750 человек, кажется, жителей. В 72-м году. В 72-м году выехал последний житель. План уничтожения. Вот так. Вот мы за эти третий день, сегодня среда, едва до постели добираешься. Да. Надежда Васильевна, тут я еще где строить все.
приходит Веня Янчук. Она, как они тут рассчитываются, не знаю. Какие-то цветочки. Мелконькие такие. Что-то целебное. По краю растет картошка. Тут вокруг картофель растет. Ну, а это хороший укроп. Украинцев так обзывают укроп. Нарочно не придумаешь. А там она уже закрыла это, ягоды. Свой насос сюда перекачивает из колодца, а потом отсюда из бочек гонит по огороду. Даром ничего не дается. Ага, стекло у нее тут. Вот что она тут построила. Ей построили тут. И душевая отдельно для себя. Тут то ли для отдыха, Володин велик стоит. Стирка здесь. У нас называют парник. Парник. Это теплица. Вот так. Все пока на сегодня. Сегодня у нас 12-е. Сейчас я им скажу. А вчера было 11 сентября. У меня 11 сентября было бракосочетание. 11 сентября низвергли торговый центр, взорвали. 11 сентября Сальвадор Альенде погиб. Так вроде бы. Там Пиночет пришел к власти, генерал. Что ты тут знаешь? 11 сентября. Какие события печальные. А что это вот тряпочки-то лежат, а? Володя, ты посмотри тряпочки какие, забери их. Это не мои. Это мои, это мешки связывать будем. Нет, забери, мы дадим веревочки, не надо связывать. Знаете, у меня полно этих черных тряпочек. Не надо. Это можно починять ими. Вот так.